ребята, стоит ли покупать этот УАЗ Патриот обновленный, скажете вы. Решать только вам. Но мы предоставляем вам возможность пройти тест-драйв в хороших таких бездорожных условиях 22 декабря в городе Тюмени в 10 часов утра на Воронежских горках. Состоится внедорожный фестиваль внедорожной вездеходной техники. Этот УАЗик будет там. Приходи, и ты ответишь сам на свой вопрос.